Шановні колеги-журналісти, ми розпочинаємо наш третій брифінг на сьогодні. Якщо хтось не має обладнання для перекладу, if someone needs equipment for translation, please take equipment. Наш брифінг – це брифінг військовополонених російських солдат-строковиків, ще раз повторюю, строковиків, яких нам говорили, що їх немає на території України. Сьогодні на брифінгу представлені Микола Польщиков, 2001 року народження, механік-водій БМП, Антон Савін, 2002 року народження, танкові війська Російської Федерації, Андрій Поздєєв, 2003 року народження, військова частина 311-34, навідник-оператор БМП, Олександр Морозов, 2000 року народження, військова частина 3016-6, Збройних сил Російської Федерації, єфрейтор, механік, водій БМП, Ніяз Ахунов, 2002 року народження, військова частина 58-198, Збройних сил Російської Федерації. Ми спочатку дамо можливість висловитися військовополоненим, а після чого я вже перейдемо до модерації питань і відповідей. Нагадую про те, що прошу вас зберігати спокій і правила безпеки. Дякую. Хто перший почне? Я почну. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Александр. Мы сегодня собрались с нашими товарищами, срочниками, чтобы рассказать вам всю правду, которая здесь происходит, рассказать это на всю страну насчет войны в Украине. Начну я с себя. Меня зовут Морозов Александр Романович, 08.06.2000 года рождения. Родился и проживаю в городе Москве. 23 июня 2021 года призвался на срочную службу. После чего воинская часть номер 31-134, командир части полковник Харитонов, 24 февраля 2022 года мы вторглись на территорию Украины. Нам до последнего подтвердили, что это будет просто учение на территории России, учение в полях. Но в итоге нас обманули. С момента попадания на территорию Украины мы доехали до города Ромны. Нашей задачей была там разбить блокпост и просто делать осмотр машин, багажников на предмет оружия, что-то подобие такого. Моя мама, Светлана Сергеевна Морозова, обычный работник в строительной компании, секретарша у руководителя компании. Через него, он влиятельный и богатый человек, он, возможно, мог помочь моей маме договориться с Министерством обороны Российской Федерации, чтобы за мной сюда приехал капитан с Москвы и лично меня забрал на территорию России, капитан Зугруев. Таким образом, за мной из Москвы приехал капитан Зугруев и мой командир батальона Балдин, майор Балдин, вызвал меня и сказали, что лично вот этот капитан приехал за мной. После чего меня посадили в отдельную машину, пытались вывести на территорию России, но под городом Сумы нас взяли в плен. К удивлению, я считал, что в плену нас будут бить, унижать и просто не давать нам ни еды, ни воды. А в итоге оказалось, что все наоборот. Нам давали еды, нам давали воды, было где спать, нас одели в теплые вещи. Также в полях нам давали супайки, которые были просрочены просто на года. Это было омерзительно. И наша техника по дороге, пока мы ехали до Ромны, все время технически ломалась. Не из-за того, что просто техника ломалась. Товарищи украинцы, они сильный народ, они дерутся как звери, их авиация, их они просто разбивают наши колонны в пух и прах. С нашей стороны очень много потерь. Также техники, сержантов, офицеров, солдатов, много техники погибло.
И мы хотим это остановить. Также хочу я здесь сказать то, что я здесь нахожусь добровольно. Здесь мы все находимся добровольно. И мы хотим рассказать правду всему миру, то, что здесь происходит. Здесь гибнут люди, здесь гибнут дети, бабушки, дедушки, здесь старые дети, старые люди просто умирают ни за что, просто из-за какого-то Путина, который врет, который сказал на весь мир то, что здесь нет срочников. Но вот мы здесь сидим, 5 человек, 5 человек-срочников, которые просто хотят попасть домой. Мы просто не можем по-другому, нас заставили сюда прийти. И я хочу попросить всей Украины попросить прощения, что я попал сюда. Я очень сильно соболезную, что я сюда попал. И я хочу вернуться домой и не хочу вот этого насилия в этой стране. Мне очень стыдно. Простите меня, пожалуйста. На этом все у меня. Спасибо, Сань. Я солидарен с ним. Также спасибо вам за то, что мне дали возможность добровольно обратиться к украинским СМИ, к своей стране в первую очередь и ко всему миру. Извините, я волнуюсь. Просто не всегда давал интервью, и первый раз у меня. Я постараюсь вам рассказать свою историю, как у меня здесь все происходило. Меня зовут Польщиков Николай Валентинович, звание мое ефрейтор. Родился я 3 апреля 2001 года в городе Воронеж, Воронежская область, Ольховатского района, поселок Ольховатка. Проживаю я в Рязанской области, в рабочем поселке, Сапожок, улица Коронская, дом 95, квартира 2. На срочную службу я призывался 30 июня 2021 года. На данный момент я служу 8 месяцев, больше 8 месяцев. Начало моей службы началось с учебного центра. Я служил в одном учебном центре с Александром. Номер части 3616. Учебный центр находился в городе Ковров в России. Там я получил звание, и там я отучился на должность, на воинскую должность механик-водитель БМП-2. По окончании учебного центра мы с Александром попали в один полк в Московскую область. Полк находится в Московской области, поселок Калинец, это Нарфоминский район. Номер части 31-134, 15-й гвардейский мотострелковый полк имени Шавлина. С Александром мы не попали в один батальон, в одну роту. Я попал в другой батальон. Командир полка подполковник Харитонов. Командир моего батальона, 2-го батальона, подполковник Волков, командир моей роты, капитан Тютюников. Через 2 месяца службы в этом полку нас отправляют на учения. С 3 февраля по 24 февраля у нас проходили учебные действия в Курской, Белгородской области. Под конец учения у меня в голове
ну и моих товарищей, сложились такие некоторые факты того, что что-то не так происходит. Мой командир роты, капитан Тютюников, я замечал в его общении с обществом то, что он говорил, поедем на Харьков. Были еще такие моменты, как 23 февраля была маркировка нашей техники боевой. Маркировка техники – это одно обозначение нашей техники, чтобы в бою можно было не спутать своих. Я спросил, для чего все это нужно. Мне офицер, там старший, ответил, то, что мы готовим технику к боевым действиям. Ну, понимаете, у меня в голове, ну, я не верил в это. Я обговаривал это со своими товарищами, типа, вот, типа, серьезно, что ли, на Украину, в Украину поедем. Мы сложились в одно мнение так, что срочники же не воюют, нам всегда говорили об этом, и поэтому мы не поверили во все это. Вот. Как оказалось, нас обманывают. 24 февраля мы выставили колонну, огромную колонну, и вечером, и через 4 дня под обманом нашего командования мы оказались на территории Украины, под городом Ромны. Под городом Ромны. Извините. Мы стояли там 5 дней. Мы разбили свой лагерь. Стояли там 5 дней и ждали дополнительное питание, потому что заканчивалось питание, и топливные машины, чтобы заправить свою технику. И вот через 5 дней мы узнали, что колонна с топливом подъезжает к нам. И мы поехали встречать эту колонну. Мы доехали до блокпоста, еще не успели встретить нашу колонну, нас начали обстреливать. В ходе обстрела я получил ранение и увидел много убитых людей, наших людей, много раненых. Наши медики, фельдшеры быстро эвакуировали меня и многих обстрелянных, раненых обратно под город Ромны, там, где наш лагерь. Пока нас лечили, я узнал такую информацию, что вместе с этой колонной двигалась еще колонна танков. Из 62 танков прибыло только 16. Это говорит о том, что война здесь правда есть. Это, ну, это большие потери для нас. Мы серьезно проигрываем. Это очень ужасно. Было много 200-х. Я видел реальные трупы. Мне 20 лет, и я видел реальные трупы. То есть это очень ужасно. После того, как нас вылечили, ну, как вылечили, подлатали, там забинтовали, вот, когда мы уже все, ну, то есть раненые все уже в машинах медицинских, готовые убывать в России, начался авиаудар в этот же день. Командир полка, полковник Харитонов, я через рацию услышал команду от него, что срочно собираем колонну
и быстро выдвигаемся в Россию. Нас было больше 150 срочников только в моем батальоне. Я знаю, что есть еще и в другом батальоне срочники, вот где был Александр. Только я не знаю, сколько их там было. Мы собрали колонну и начали выдвигаться в Россию. Раненые были в медицинских машинах. Это бронированная машина, линза так называемая. Мы ехали в конце колонны. Так получилось, что мы отстали от колонны. В линзе мы сидели в кунге. Мы не видели, почему мы отстали. Отстали от колонны, застряли. Мы вытащили машину и поехали дальше догонять колонну. Не было почему-то связи с командованием, чтобы они нас подождали. Они нас бросили, по сути. Бросили и все. Пока мы догоняли колонну, увидели на мосту двух раненых наших. Мы остановились, чтобы забрать их. Вот. Пока мы забирали их, начался обстрел. Наш фельдшер, это врач, он принял решение сдаваться, потому что у нас, ну, мы одни. Мы не смогли бы никак уйти, не сдаться, не убежать, ничего. Нас окружили. И так я 7 марта попал в плен. Опять же, я считаю, что это получилось по вине командования, которое ехало спереди, не посчитало нужным хотя бы проверить, почему, где мы, что с нами. Они просто забили на тех, кто сейчас ранен и нуждается в помощи. Находясь в плену, я не увидел здесь ни фашистов, ни бандеровцев. Даже несмотря на то, что, да, вот факт еще такой, несмотря на то, что в плену со мной обращались хорошо, хотя у кого-то там семьи в подвалах сидят, прячутся дети, их прячутся в подвалах. Несмотря на это, что хорошо к нам относятся, я все равно завидую тем людям, которые смогли откупиться от этой войны. Дали деньги командованиям, чтобы их оставили там, в России. Потому что, скорее всего, они знали, что здесь будет происходить, и им предложили, типа, вот у них есть деньги, по-любому они захотят заплатить. И вот они, там лично с моей роты 2 человека осталось на охране палаток. Не просто так. Наверное, стоило даже купить военный билет, который стоит там 80 тысяч. Это было очень даже легко сделать. Можно было не идти на службу. Потому что здесь происходят страшные вещи. Я хочу отдельно обратиться к гражданам своей страны. К родителям, у которых сыновья сейчас служат, и родителям, у которых дети пойдут служить. Дай Бог бы поскорее все это закончилось. Не отправляйте своих сыновей сюда, потому что здесь происходят
очень страшные вещи, которые вам не говорят. Здесь напрасно погибают наши солдаты, наши товарищи, ваши дети, сыновья. Родители, которые узнают, что ваши дети сейчас здесь находятся, или которые уже знают, не теряйте возможность, не теряйте силы, пытайтесь забирать нас отсюда, потому что здесь, ну, не нужно здесь войны. Я не вижу здесь смысла войны никакой. Нету смысла вообще. Здесь вооруженные силы Украины пытаются защитить свою страну. Мы ворвались в их дом как фашисты. Не зная цели, просто как мясо кинули нас. Не зная цели и задач, нас просто убивают. Авиация, артиллерия бомбит мирные города. Пока я находился в плену, я видел, ну, проезжал, мы меняли места, где мы находились, проезжали по городам. Я видел разбитые дома, магазины, школы, больницы. Роддом, где мне сказали, 21 человек погиб. 21 человек. Беременные женщины, это все плохо очень, это ужасно. Мне обидно, когда узнаю о том, что прям из детских, прям из роддома, вот ребенок только родился, их сразу в подвал прячут. Это очень плохо. Погибает много детей. Сидя сейчас, я даже вспоминаю жителей, которых я видел, жителей Украины. Возможно, они потеряли своих детей. У них настолько много злости на нашу страну. Я уверен, это никогда не простится. Но я очень прошу прощения за то, что мы ворвались в ваш дом. Это прошу прощения у жителей Украины. Я бы так же сам себя вел, если бы в мой дом зашли бы с оружием. Я вас прекрасно понимаю, вы можете не прощать. Россия сделала много плохого, достаточно плохого, чтобы нас не прощать. Товарищ президент Российской Федерации, я не знаю, для чего вы говорите, что здесь нету срочников. Сейчас слева от меня сидят 4 моих товарища, которые по вашей прихоти совершают здесь такие преступления. Обманом. Пусть я даже уверен в том, что ни один из этих пацанов не сделал ни одного выстрела. Я сам не сделал такого, ни одного выстрела. Потому что, ну, мне это, ну, не выходило, мне не говорили стрелять. Просто нас кинули и нас убивали. Нас убивали, товарищ президент. Нас убивали. Я считаю, что вы не правы, вы виновны в этом. Я прошу вас закончить все это. Дай Бог, вот, чтобы все это поскорее закончилось. Чтобы
всех вот военнослужащих Российской Федерации, которые обманом сюда попали, вернули домой, чтобы дали этот приказ, чтобы просто мы все были у себя дома, и мы никогда не приезжали в эту страну. Надо прекращать это, товарищ президент. Надо заканчивать. Мне очень стыдно за себя, за всех военнослужащих Российской Федерации и за вас, товарищ президент. Мам, если ты видишь это видео, это уже отдельно я своей матери хочу сказать. Если тебе там говорят, что все в порядке, не верь этому. Россия совершила уже это преступление. Я сам не хотел этого, мам. Ты знаешь уже, я уверен. И перед тем, как уехать, перед выездом сюда, я звонил тебе, говорил то, что не знаю, что будет дальше. Надеюсь, что мы останемся. Типа, что все хорошо будет, мам. Так вот, почти все хорошо. Меня здесь кормят. И я жив. Меня могли бы убить, но я жив. Меня защищают здесь. Единственное, от чего я могу погибнуть, мам, это под ударом своих же самолетов. Старайтесь там, мам, чтобы все это закончилось. Старайтесь, и наши пацаны вернутся домой. Только тогда вы дождетесь своих сыновей. Я все. Здравствуйте, уважаемые граждане Украины. Я благодарен за то, что нам дали слово, за то, что нам дали возможность открыть глаза мирному населению России. Я Савин Антон Евгеньевич, 13.01.2002 года рождения, проживаю в Пермском крае, город Соликамск. Прохожу военную срочную службу с 22.06.2021 года в части 58-198 1-го танкового полка 2-го танкового батальона 5-й танковой роты. 4 февраля по приказу 4 февраля наш первый танковый полк, в котором я прохожу срочную службу, по нашему первому танковому полку поступил приказ о том, что мы под командованием командира полка полковника Лапина едем на учение в Воронежскую область. 4 числа мы эшелоном выдвинулись в Воронежскую область. 5 числа мы уже были там, первый танковый полк базировался в палатках посреди поля. Прожили мы так полторы недели. Через полторы недели контрактники первого танкового полка уехали в Белгородскую область. Мы, срочники, остались там еще на 4 дня, после чего от старшин рот нам поступил приказ собирать лагерь, собирать палатку, загружать все это в колесную технику. Это КАМАЗы, Уралы, БТРы, БМП. Мы двигались на ней оставшимися группой срочников со старшинами рот в Курскую область. По приезду в Курскую область мы пробыли там один день. На следующий день опять собрали все имущество. В Курской области нам говорили, что мы останемся там и не поедем в Белгородскую область к контрактникам. Но на следующий день нам сказали собирать палатки, собирать все свое имущество. Сказали то, что мы поедем в Белгородскую область к нашим контрактникам и офицерам.
На следующий день днем, также передвигаясь на колесной технике, на Уралах и КамАЗах, мы добрались до Белгородской области, где нас встретили наши контрактники и офицеры, где стояла наша техника, это танки Т-72. Мы пробыли там также один день, после чего по приказу командира батальона капитана Тагиева мы построили колонну из танков, на ней выдвинулись с условием того, что мы будем выполнять учебный марш. Проехали пару дней буквально, остановились для того, чтобы переночевать. Утром нас построили. Командир батальона дал приказ к нашим командирам рот о том, чтобы у нас собрали телефоны. Мы сдали свои телефоны, после чего нам довели, что мы поедем на территорию Украины, о том, что мы будем выполнять боевую задачу по захвату города Киев, чтобы освободить мирное население Украины от так называемых бандеровцев и неонацистов, о том, что мы получим вознаграждение денежное по окончании этой операции. У нас не было возможности сбежать оттуда после того, как нам это сказали. Не было возможности уйти куда-то. Нас посадили в танки. И вечером мы выдвинулись в сторону границ Украины. 24 числа утром мы уже были на территории Украины. И так по территории Украины мы двигались пару дней, останавливались для того, чтобы поспать, для того, чтобы заправиться. Буквально через пару дней у нас уже заканчивалась еда, и то, которая была просрочена, это были сухпайки. У меня в танке оставалась одна коробка, и получилось так, что по пути у нас сломалась техника. Осталось всего лишь 6 танков из 30, из всего батальона осталось 6 танков. Два БТРа, это БТР разведроты и связи. Мы все еще оставались на этот момент с командиром батальона. После того, как первый раз за все это время, что мы ехали по территории Украины, по нам начался обстрел, наш командир батальона, капитан Тагиев, дал приказ о том, чтобы разворачиваться и уезжать на технике. Мы не стреляли с танков, не стреляли с автоматов. Мы начали уезжать, но по нам продолжался обстрел. И тогда мы также по приказу капитана Тагиева, командира батальона, бросили технику и пешим ходом побежали через лес. Я думаю, что сделано это для того, чтобы спасти наши жизни, потому что пешком уйти было намного легче в этот момент, нежели ехать на технике, на танках. Четверо суток мы шли пешком по лесам, обходили населенные пункты. Нам не встречались ни военнослужащие, ни гражданские. Но через 4 дня получилось так, что мы наткнулись на военнослужащих Украины, и наш офицер, капитан Тагиев, смог с ними договориться, он оставил оружие, пошел к ним на переговоры для того, чтобы сдаться в плен. После того, как он вернулся с одним из военнослужащих Украины, мы отложили все свое оружие, все, что у нас было, бронежилеты, оружие, все отложили и тем самым попали в плен в Сумской области, в город Ромны.
Я бы хотел обратиться к президенту нашей страны, который лгал нашему народу и продолжает лгать сейчас, что говорит, нет срочников здесь, что не обстреливаются, не ведутся никакие боевые действия на территории Украины в таком масштабе, как они есть на самом деле, что нас здесь нет. Я хочу, чтобы у нас в стране поменялось правительство, чтобы на территории Украины больше никогда не ступала русская нога с оружием, чтобы не гибло мирное население. Хочу попросить прощения у мирного населения, у всего населения Украины. Простите наш народ, простите наше правительство, простите нас за то, что мы вторглись на вашу территорию, за то, что мы разрушили мир в вашей стране. Простите нас, пожалуйста. У меня все. Здравствуйте, меня зовут Ахунов Нияз Мунирович. Я родился 17.01.2002 года. Прохожу срочную военную службу с 21 июня 2021 года. Войсковой части 58-198. В первом танковом полку, втором танковом батальоне, 4-й танковой роте. И 4 февраля по приказу полковника Лапина нас отправили на учение в поля. Сначала мы базировались в Воронежской области, жили в палатках, после чего нас перевезли в Белгород. И откуда мы 24 числа уже направились в сторону границы с Украиной. Мы ехали двое суток, спали в танках, заправлялись. И после того, как начались первые бои, наш командир батальона Тагиев принял решение развернуться, оставить технику и идти пешим ходом в лес. После чего мы бродили четверо суток по лесу. И в Сумской области, около города Ромны, мы сами добровольно сдались в плен. Поначалу было страшно сдаваться в плен. Но, как оказалось, здесь очень хорошие, добрые, отзывчивые люди. Они сразу нас накормили, помогли некоторым моим товарищам, дали им необходимые медикаменты, переодели нас, потому что у нас все было мокрое, сырое, из-за того, что мы ходили 4 дня по лесу. Отнеслись к нам хорошо. Еще я бы хотел добавить то, что это все бессмысленно. Это бессмысленная война, в которую нас закинули срочников. Срочников, которые не видели настоящих боевых действий. И надеюсь, многие из нас не хотели бы увидеть в дальнейшем. Я бы хотел попросить прощения у всего украинского народа за то, что мы пересекли границу с Украиной, пришли к вам с оружием, бомбим ваши города. У меня все. Здравствуйте. Я Поздеев Андрей Юрьевич, 16.06.2003 года рождения. Родился и проживаю в Иркутской области, Боханского района, в селе Середкино. 23 июня 2021 года поступил на срочную службу
воинскую часть, в учебный центр подготовки младших специалистов на должность наводчика-оператора БМП-2. Проходил службу там в течение 4-5 месяцев. Далее был направлен в 15-й мотострелковый полк, воинская часть 31-134, командир полка полковник Харитонов, где я проходил дальнейшую службу. И до Нового года нам сообщили, что мы поедем на учения в командировку 10 января. Но дату перенесли, и в конце января, начале февраля мы погрузили технику на эшелоны, приехали в город Курск, там разбили палаточный лагерь. Мы в городе Курске мы простояли около месяца, никаких учений по тактической боевой подготовке у нас не проводилось, мы просто там жили. Потом 20 февраля нас перевезли в Белгородскую область, также проживали там в палатках, и 23 февраля нам сообщили, что мы будем совершать учебный марш по территории России на технике. И займет этот марш 3-4 дня. Мы погрузили сухпайки. И нас построили перед выездом и сказали: не бойтесь, в Украину вас никто не повезет. Потому что, ну, ходила информация, кто-то догадывался, что готовят технику. Много кто говорил о войне. Но нас заверили, что не бойтесь, мы просто прокатимся, сделаем марш по территории России. Мы сели, и в ночь с 23 на 24 февраля колонна двинулась, мы выехали. Я уснул, утром у нас было утреннее построение, нас построили и сказали: для тех, кто не понял, вы находитесь на территории Украины. Вот и все заявления Владимира Путина о том, что в его военной операции нет срочников, это ложь. Он лжец и военный преступник. У российской армии уже много потерь, как мне известно, что живой силы уничтожено уже около 13 тысяч солдат и много техники, потому что украинцы сражаются храбро. Они сражаются, они защищают свою землю. Когда мы продвигались в сторону города Рамны, мы стояли вблизи его, во враге, там разбили лагерь. Когда мы продвигались, по пути встречалось много разбитой техники. То были танки, БТР и БМП. И от этого становилось очень страшно, потому что я до последнего не верил, что нас отправят на какие-то боевые действия. Мы встали вот близ города Рамны, стояли там примерно дней 8, заканчивались у нас через 3-4 дня, у нас закончилась еда. Мы очень долго ждали колонны, колонны не могли подойти, потому что тыл был никак не обеспечен. Не могли до нас колонны с продовольствием доехать. Мы ждали, и 5 марта нам сообщили, что нас, срочников, должны были вывести на территорию России, там сделать переформирование и отправить сюда только контрактников, потому что, ну, это... Мы начали собираться, и был совершен авиаудар на нас.
Вот вследствие этого авиаудара я был ранен в щеку и в ногу. Я сходил до медицинского домика, мне оказали первую помощь. И утром 6 числа мы выстроили колонну и направились в сторону границы Российской Федерации. Мы ехали в колонне, потом подъехала медицинская машина, и фельдшер, прапорщик, сказал, что колонна будет ехать долго, он может меня забрать с собой, чтобы побыстрее довезти в Россию, чтобы раны не загноились. Он переговорил с моим командиром роты, капитаном Братиславским, и меня забрали в медицинскую машину, забрали автомат, боеприпасы, и мы поехали, выстроили колонну, нашу медицинскую машину поставили в конец колонны, так как со связью все было плохо, у нас более-менее связь работала, нас поставили в конец колонны, и во время движения был участок дороги, где гусеничная техника смогла пройти, колесная техника, какое-то количество прошло и осталось, наша машина медицинская и несколько машин с топливом. Мы не смогли преодолеть этот участок дороги, просили командования подождать, пока мы найдем обходной путь, но командование нас просто бросило и уехало. Мы нашли какую-то дорогу, поехали по ней, машина застряла, закопалась. Под утро мы откопали машину, утром 7 числа, 7 марта мы откопали машину и продолжили движение, нашли следы нашей колонны. Поехали по следам, и вблизи города Сумы мы были обстреляны. Прапорщик, фельдшер наш прапорщик, он сказал, кричал, не стреляйте, мы сдаемся, у меня в машине раненые. У нас раненых было 8 человек в машине, и у нас возможности открыть дверь изнутри не было, там неполадки были. И прапорщик подошел, сказал, у нас у медбрата был автомат, у нас оружия не было. Прапорщик подошел, сказал, я сейчас потихоньку открываю дверь, вы передаете мне оружие, и если вы откроете огонь, то меня убьют. Он приоткрыл немного дверь, мы передали ему автомат, две гранаты и штык-нож. Нас вывезли, вышли из машины, нас связали, посадили в машину и увезли в СИЗО города Сумы. И на удивление, что мы агрессоры и оккупанты, в СИЗО к нам относились очень хорошо в плену. Как нам рассказывали, что над нами будут издеваться, нас будут пытать, бить, унижать. Такого ничего не было. Нас покормили, одели, дали где поспать. И здесь, даже сейчас в этом городе, во время постоянной боевой воздушной тревоги, нас также украинцы прячут вместе с собой, дают покушать, попить. И здесь умереть я могу только от авиаударов Российской Федерации. Даже на тот момент, как я составлял себе, делал наброски текста, был совершен авиаудар по жилым кварталам, две крылатые ракеты. Это очень страшно. Хочу обратиться ко всем неравнодушным гражданам Российской Федерации, к правительству, о том, чтобы прекратили эту войну. Это никакая не военная операция, это полномасштабная война, где гибнут женщины, дети, старики. И здесь нас никто не ждет, здесь никого не нужно освобождать, здесь нету ни бандеровцев, ни нацистов, как нам говорили, здесь никого не нужно освобождать. Здесь просто гибнут люди. Я хочу попросить прощения у украинского народа,
за себя и за всех, что мы приносим такой вред, такой ущерб, что каждый день под обстрелами гибнут люди, под авиаударами, под обстрелом артиллерии. Ну, простите меня. И все. Ми можемо перейти до питань. Якщо у вас є питання, прошу брати мікрофон. Але будемо робити це коротко в будь-якому випадку, тому що у нас вже час спочиває. Just a minute, please. На русский язык, да? Давайте по-русски. Работает? В 21 веке людям из цивилизации сложно предположить даже такую ситуацию, что даже в странах третьего мира нету интернета. У меня вопрос к вам будет простой. Когда вы вошли на территорию Украины, судя по тому, по регионам, куда вы вошли, большинство людей, которые погибли от ваших снарядов, и пуль, это были именно русскоязычные люди. Большинство. Если вы умеете пользоваться интернетом, я понимаю, что вам по 20, 18, 20 лет, вы умеете пользоваться интернетом. У меня простой вопрос. Вы не могли в первые дни, я не говорю минуты или часы, не понимать того, что вы убиваете именно мирных людей, среди которых русскоязычные. Вы не могли не видеть, что против ваших танков выходят люди с голыми руками. Это должно было какое-то понятие у вас в голове уже образовать. У меня простой вопрос. Когда вы вошли на территорию Украины, откуда вы черпали информацию, если вы получали достоверную информацию, что двигало вами продолжать боевые действия? Можно я отвечу? Могу ответить так, что нами ничего не двигало. Нас двигает наш страх нашего государства. Потому что у нас так устроено, что если мы пойдем против своих, то это либо нас сами же расстреляют свои же, либо нас просто надолго-надолго посадят. И поэтому у нас был только... Просто шли вперед. Мы надеялись на то, что нас никто не будет трогать, и мы никого не будем трогать. Просто... Мое мнение именно про то, что нас двигал только страх. Страх перед нашим же государством. То, что нас же и убьют свои же. Или... То есть реальная возможность пользоваться интернетом и видеть, что на самом деле происходит, у вас была? Нет, у нас забрали телефоны, и у нас информация была только по слухам между собой. Кто-то где-то что-то услышал, и вот это сарафанное радио было. Но... Главное, что я хочу донести, то, что нами двигал только страх именно перед нашим государством. Потому что мы не могли сказать слово «нет». Мы не могли. Саня, извини. Я хочу добавить то, что мы как минимум не знали, что нам делать. То есть мы просто приехали, и мы вообще ноль мыслей в голове, кого убивать, у нас даже в голове этого не было. Мы просто ехали за командованием, которое нас вело куда-то там. Непонятно. То есть мы вообще не знали, что делают. Мы даже когда въехали, я не знаю, как первый батальон, второй батальон, когда мы ехали, на нас никто не нападал. 4 дня мы ехали, на нас никто не нападал. Я даже не верил, что я нахожусь на территории Украины. Yeah, I'm an Italian journalist, Italian press. I would like to know what your commander told you about NATO. If you, when you invade Ukraine, you'll face also NATO or not? Can you repeat the question? Yeah. I would like to know what your commander told you about NATO, if when you invade Ukraine, you'll battle also against NATO, against other countries. Разрешите, я скажу.
когда мы еще были в полку, еще до командировки, до выезда в поля, наши командиры общались между собой, я слышал, сам видел по новостям, только то, что на границе Украины находятся военные базы Америки, НАТО, и то, что они подвигаются к нашим границам. Был такой разговор, что мы едем на учения, и как контрактники на оборону границы России. Ни о въездах, никуда. То есть, вот это единственное, что я слышал про НАТО. У меня все. You are conscript. You are not professional soldiers. And did you see during the battle your comrades died? You know what you think about this? What you were shocked? You never believed to see something like that. You were the first time on under fire. You know, in combat. Can you tell us something? К счастью, мне не удалось увидеть смерть товарищей или других людей, так как мы ехали двое суток на танках, и после первого обстрела нашей техники мы их бросили и убежали оттуда. Никто из наших не пострадал в этот момент, когда мы уходили оттуда. Я видел только то, как ранили двоих людей у нас с разведки, то это перед сдачей в плен было. You speak against the war and against Putin, and so you are not afraid for your family or when you go back to Russia, you know, about what you said today. Могу я сказать? Конечно, боимся. Вот сейчас я даже сейчас сижу, понимаю, что мне нужно говорить эту правду, хотя бы ради того, чтобы сюда больше не отправляли таких же, как вот мы сейчас, чтобы жили люди дальше, чтобы никого здесь из Российской Федерации не убили. Да, я боюсь, и все пацаны боятся. Мы даже отчасти не понимаем, что нам дальше делать. Вот так вот. То есть... По-любому будут какие-то проблемы дома, я так думаю. Но я надеюсь, что это будет... я не знаю даже, как еще сказать. Я надеюсь, что все будет в порядке. Все. Last question, yes. In Italy, our public opinion, the youngs like you, are very shocked of this invasion. Have you any message to the youngs like you in Italy? Ребят, я думаю, в Италии у вас не будут так обманывать и отправлять на какую-то войну. Я думаю, у вас все в порядке. Я думаю, у вас разумное правительство, разумное командование вашими войсками. Я думаю, вам не нужно бояться. Нас тут обманули. Мы не хотели этого всего. Да и сейчас не хотим. И никто не хочет. Но просто когда сюда нас привозят и кидают, как мясо, мы теряемся. Кого-то везут сюда намеренно, наверное. Не дай бог, если он захотел этого сам. Не дай бог. Мне стыдно будет за этого человека. Или же может быть такое, что ему сказали, что вот Украина, здесь бандеровцы и фашисты. И он верит этому и идет убивать. То есть, я думаю, что это в первую очередь вина главного командования Российской Федерации. Сами военнослужащие далеко не все виноваты. Они просто верят тому, кто ими управляет.
Здравствуйте, меня зовут Оля, я работаю в украинском издании «Украинская правда». Мой вопрос будет к Антону Савину. Вы сказали, что в какой-то момент у вас забрали телефон и сказали, что вы поедете в Украину, чтобы брать Киев и освобождать его от бандеровцев и нацистов, если я не ошибаюсь. Скажите, пожалуйста, как выглядел этот план брать Киев, какими путями вы должны были ехать, какие вам давали сроки, как это вообще должно было выглядеть? Про это нам ничего не сказали. Нам сказали только то, что будет стоять такая задача, что мы поедем на территорию Украины. Какие планы у них были, это неизвестно. Моей задачей стояло ехать в колонию. Все. Также некоторые русские военные везли с собой парадную форму. Везли ли вы ее? Нет. Спасибо. Чьи еще питания? Any questions? Дякую всім за прес-конференцію. Побачимось завтра. Thank you so much. Follow us on Telegram channel for next updates. Thank you.